Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И я нахожусь на своем рабочем месте в полях. И самое время цветения зобника клубненосного. Это семейство губоцветных, яснотковые. И зобник у нас на территории, по крайней мере, России двух видов. Зобник клубненосный и зобник колючий. А различать их, в принципе, в общем-то, и не надо. Зобник клубненосный, вот он выглядит вот так. У него очень собраны такие губчатые цветы, в такие кругленькие. У зобника колючего более такая раскидистая веточка, и чуть-чуть отличаются листы. Здесь он более округлый, сердцевидный, а у зобника колючего листочки такие узкие, их побольше. Зобник клубненосный и зобник колючий, в общем-то, очень схож по химическому составу, и применение одинаково. Я ролик записывала на ютубе про зобник, ролик есть, но в общем-то, требуется уточнение, опять же, по вашим вопросам и комментариям именно под видео. Вы очень часто спрашиваете, какие травы пить при изжоге. И очень часто спрашиваете, какие травы помогают при гастритах, при язвах 12-перстной кишки, при язвах желудка. И опять же, спрашивайте, какие травы пить при высокой кислотности, какие травы пить при низкой кислотности желудка. Так вот, зобник – это та трава, которая снимает изжогу. Но, правда, пить ее нужно очень длительно, примерно 60 дней, для того, чтобы изжога пройдет дней через 7, но пить его все-таки нужно будет очень длительно, во времени дней 60, чтобы искоренить данную причину изжоги. А причина изжоги часто всего высокая кислотность. Так вот, зобник снижает высокую кислотность, а низкую кислотность повышает. Не так резко, но тем не менее во времени это возможно сделать. И поэтому зобник можно пить при гастритах и при высокой кислотности, и при низкой кислотности. И зобник очень хорош при язвах 12-перстной кишки, при язвах желудка, так как он кровоостанавливающий. Зобник снимает воспаление. И вообще можно было бы подумать, что на этом его полезные свойства заканчиваются. На самом деле он обладает очень богатым химическим составом. Второе его название – железняк. В нем очень много железа. Следовательно, он снимает анемию, лечит анемию. И в зобнике очень много цинка, магния. И поэтому он очень хорошо действует на иммунитет. Он повышает иммунитет, поэтому в том числе в нем еще есть и сапониды. Поэтому сапонины. Поэтому зобник применяют при лечении многих бронхолегочных заболеваний, при бронхитах. Его нельзя принимать при какой-то острой форме пневмонии, потому что при воспалениях легких все-таки нужны антибиотики. Но, тем не менее, зобник при бронхитах очень хорошо помогает. Его можно пить профилактически в сезон простуд, для того, чтобы не возникло бронхита и пневмонии, и ОРВИ, всех этих острых респираторных заболеваний, инфекционных, так как зобник повышает иммунитет. Плюс еще он и очищает легкие из-за сапонинов, то есть он обладает неким отхаркивающим эффектом. Если вы заварите лист и цветы зобника, конечно, чай будет горький. Но можно потерпеть, просто помня о его лекарственных свойствах. Зобник очень интересен для лечения многих гинекологических заболеваний. Он используется как вот его отвар и настой, как для спринцевания, как для сидячих ванн. И плюс это все принимается еще вовнутрь, так как зобник активен против грибков, активен против многих вирусов. Он обладает и противовоспалительными, бактериальными свойствами. Но есть особо ценное свойство. Редко какая трава обладает, он убивает вирус папилломы. Он активен в отношении папилломовируса. Поэтому
папилломы, в общем-то, начнут отваливаться, если принимать зобник достаточно долго. Плюс еще и наружное применение зобника никто не отменял. Он очень хорошо действует при ревматизмах, при подагрических болях, поэтому ванны хорошо, он и работает и при кожных заболеваниях. Зобник несколько снижает давление. При высоких цифрах, при такой гипертонии третьей стадии, четвертой стадии, его принимать не нужно, особенно если у вас давление поднимается с утра, так как зобник, в общем-то, сгущает кровь, он хорошо ее останавливает и хорошо сгущает кровь. Поэтому зобник надо очень осторожно принимать тем, у кого варикоз и тромбофлебит. Зобник не рекомендуется при беременности, при кормлении ребенка, детям в маленьком возрасте. А вот очень взрослым пациентам зобники все-таки надо пропивать, так как они прибавляют сил. Вообще зобник входит в фармакопею и у монголов, и у тибетцев, и как общеукрепляющее растение, и из зобника можно готовить свежий сок. Причем это очень интересное растение, так как можно использовать все его части. Цветы отдельно можно засушить, и получится такой чай, который очень хорош при гинекологических заболеваниях. Он снимает воспаление, он восстанавливает месячные, делает их не столь обильными. Он лечит заболевания женской половой сферы и грибковые, и папилломавирус, и бактериальные. Причем это и как и спрессование, так и по прием вовнутрь. Это вот у нас цветы. Лист. Особенно еще до цветения, когда он такой свеженький, можно перекрутить и лечиться соком. Это очень сильно восстанавливает силы, увеличивает иммунитет. Самое интересное, что вот вы пропустили, допустим, время сбора, и зобники отцвели. Так вот, даже семена собранные, то есть вы нашли засушенные зобники, они стоят чуть ли не всю зиму. То есть вот осенью вы нашли семена, их выколотили, и даже настой семян, он тоже обладает очень сильным укрепляющим свойством. И осенью мы копаем корни. Корни очень длинные, нитевидные, и есть такие клубеньки. Поэтому он называется зобник клубненосный. А вот эти клубни тоже заготавливают, тоже сушат. Раньше их использовали в пищу. В Калмыкии есть даже специальный такой чай, когда в чай добавляется истертый порошок зобника, именно клубненосного. Клубни вы заготавливаете либо ранней-ранней весной, либо поздней-поздней осенью. Очень интересно, что у зобников есть, вот у клубненосного в частности, селекционеры вывели множество декоративных цветов. Они выше, у них крупнее цветы, но даже зобник вот именно культурный, дикий, он часто встречается вот в таких сборных композициях в Англии, на вот их знаменитые рабатки, когда они делают, когда множество цветов по росту и делают такую композицию. Так вот, зобники там ценятся именно как такой акцент именно этой цветочной композиции. Поэтому они очень легко, в общем-то, ну, я бы не сказала легко. Семя прорастет через 3-4 года после стратификации. То есть вы посеете это место, надо будет запомнить. И, в общем-то, тогда оно прорастет. Ну, проще взять дикое из природы. Оно хорошо достаточно приживается. Зобники переносят недостаток влаги очень хорошо. И даже наоборот, они могут исчезнуть из цветника, если они замокнут зимой, то есть если будет наоборот переувлажненное. А вот иссушенное какое-то место очень высокое им по нраву. Они растут в степях, на скалах, и в некоторых республиках они занесены в Красную книгу, в частности в Марий Эл. Они истреблены. Ну вот у нас его очень много, поэтому
А из республики Мария вы можете писать, мы вам вышлем. Они, это очень хорошее растение. А вот, и зобник, просто приглядитесь к нему, растение с множественными лечебными факторами. Можете полоскать горло, можете лечить пародонтоз, можете лечить гинекологию. Это поддержит сердечно-сосудистую систему, так как он сужает сосуды, тонизирует сердечную мышцу, чуть-чуть снижает давление, очень много микроэлементов, поднимает силы, цинк, железо в таком очень хорошем сочетании. Очень интересный химический у него состав, поэтому зобники мною нежно любимы. В природе вы их, ну, сложно спутать, это очень красивые растения.